Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру 200 дней зомби-апокалипсиса. И я специально для сегодняшней серии накопил 77 триллиардов монет для того, чтобы купить двух последних персонажей. Поехали. Так, и первый из них — это у нас Томми. Мы уже читали про него, да? Раньше он конструировал дронов в качестве хобби, теперь он может превратить любой рабочий дрон в оружие. Электричество стало редким ресурсом, крайне необходимым для выживания. Его дроны выпускают мощные электрические заряды. Ну что же, делаем, ребята. Где он у нас стоит? Вот он. Вот он находится. А вот дрон, друзья мои, смотри. Только что он делает? Дрон-то я не вижу, чтобы он что-то тут... Во! Электричеством бомбит. Так, ну что же, и последний персонаж — это у нас Доминик. Мы все прекрасно знаем, что этот парень отлично работает бензопилой. Ну что же, давай покупать его. И где он у нас? Вот он, внизу. То есть у нас с тобой есть чувак с мачете, да, в мотоциклетном шлеме. А также вот этот вот. Ну, не знаю, ребят, не знаю, насколько он хорош. Так, ну мы с тобой что-то получили. Давай-ка заберем командное нападение. Так, ну что, друзья мои, я получил 11 алмазов. Ждем с вами, когда появится у нас босс, и будем делать на него первую вылазку. День у нас, не забывай, 116. Так, выставляем это. Плюс 2 мины. Слушай, у нас есть еще 7 триллионов, чтобы прокачать. Вот только я думаю, кого прокачать. Ты прикинь, чтобы Доминика нам прокачать на следующий уровень, нужно 104 триллиарда. Нет, ребят, это, конечно, перебор. Может быть, нам сделать Джейка прокачать? Ага, тоже не получится. Может, Дориса? Или Ваньку? Ваньку, наверное, лучше, да? Ваньку. Так, он 10 уровень получает. А Дориса получится? Ну да, на один уровень подняли его. Так, так как мы Ваньку до 10 уровня прокачали, мы с тобой забираем награду в виде гемов. Так, ну что, босс, друзья мои, готов. Готов выйти. Ну что, я, наверное, тоже готов его встретить. Поехали. Где он там? Ага, вот она, зомбариха. Ну, посмотрим, насколько она здесь сильна. Доминик, я что-то не вижу, чтобы ты тут офигительно бомбил, если честно. Воу-воу-воу-воу-воу. Теперь я увидел. Я теперь увидел эффект. То есть, если она подходит, ну, где-то вот сюда, в серединку, да, и в этот момент выходит Доминик, тогда урон действительно видно, он даже чувствуется невооруженным взглядом. Ну что же, давай посмотрим, сможем ли мы сегодня дожить с тобой до 125-го денечка. Хотелось бы, конечно. Кстати, этот босс даже, ребята, ни одной мины у нас с тобой не потратил. Вот этот дрон, не могу понять, он летает и просто рандомно молнией бомбит, да? Куда захотел? Потому что он сам по себе, смотрю, летает здесь. Смотри. Блин, ну вот когда он бомбит в толпу зомби, это очень шикарно смотрится. Просто всех в хлам. Ладно. Ну что, мы с тобой подождем очередного босса. То есть у нас с тобой приобретены все персонажи, которые здесь только могут быть. Осталось только лишь дело за малым. Прокачивать. Прокачивать и еще раз прокачивать. Так, баррикады. Лучше я, наверное, прокачаю генератор. До... Угу. Хотел сказать, до какого уровня будем качать, и у меня уже закончились финансы. Быстро все это, быстро заканчивается. Но вот то, что у нас с тобой есть два вот этих ближника, это очень круто, на самом деле. Очень круто. Блин, и до босса нам так долго ждать теперь приходится. Ты посмотри. Чтобы он пришел. Так, где у нас тут с тобой... Действует один день. Все, не буду, ребята, тратить. Один день — это босс как выходит, да, и мы его убиваем, это и есть один день. Я думаю, и так справимся. Так, тут рубашим всех налево и направо. Слушай, действительно долго ждать приходится. Может быть, нам ускорить игру? Чуть-чуть. Так. Ну где там босяра-то? Будет выходить или нет? Или все-таки боится выйти? Не, ну Доминик действительно реально крут. Он встает своей пилой
бомбит очень жестко. Слушай, что-то басяры нету. Сколько нам еще там нужно бомбить? Ну-ка, дай-ка я просто гляну хотя бы мне. О-ху-ху-ху-ху. Ну да, друзья мои, теперь приходится очень-очень много. Так, 170, вот он, босс. Мы, естественно, его призываем и смотрим. Военный, опять военный, ребята. Так, блин. Доминик, выручай, 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 выручай. Это мне мало, мало что дает, ребята. Я не успею, да? Я... Доминик, куда ж ты пошел? Ребят, поломали баррикады нам. И уровень мы этот не прошли. Тебе не показалось, что этот военный слишком быстро бежал? Как ошпаренный просто-напросто. Блин, давай мы, наверное, с тобой автострельбу поставим. Не ожидал я, конечно, не ожидал, что мы вот так вот с тобой сфейлимся. Просто на пустом месте. Пришел и, как видишь, пробил. Но у нас с тобой не было бафов. Об этом тоже не стоит забывать, кстати, насчет бафов. Надо их прокачивать. Надо нам их прокачивать как можно больше и лучше. В принципе, светошумовая граната, она не нужна. Она нужна только лишь против волн. Против волн зомбарей. Больше ни для чего. Ладно, пускай пока она отвлекает. И дрон это действительно, ребята, бомбит куда угодно. Не именно по зомбарям. Он рандомно стреляет молнией. Он может даже туда стрельнуть, где нет вообще зомби. Вот здесь шикарно шмальнул. Тут не поспоришь. И, кстати, я так понимаю, он когда стреляет, он тратит энергию. Ну-ка проверим. Да нет, ничего он не тратит. Почему мне тогда показалось? Не знаю. И Доминик очень редко выходит. Очень редко выбегает. И почему-то вот этот... Ну, нет, этот побольше все-таки выдвигается. А Доминик сидит в окопе, а? Посмотри на него. Но зато если он стоит, да, со своей пилой орудует, мимо него никто не пробежит. Так, ну что, нам с тобой осталось немножко подождать. Минутку буквально, да, и будем вызывать. Будем вызывать сразу же машину. Потом все наши бафы, которые я буду прокачивать, пока есть такая возможность. Поддержка. Так, ну у нас, в принципе, все идет нога в ногу, да? Что воодушевление, что братство. Но мне кажется, что лучше нам воодушевление сейчас прокачивать. Это дает нам ускорение, да? Плюс 31,9. Да, наверное, будем так делать. Ну что, сколько там? 30 секундочек осталось, да? 30 секунд. Да, не все так просто, ребята. Каждый день нам будет даваться очень-очень тяжело. Ну что, последние 15 секунд, тут 19, и будем вызывать бассеру этого военного. Были бы у нас тут еще тайминги, да, показывающие, когда будет, например, ходить Доминик. Можно было бы тогда рассчитывать, что босс идет, вот он доходит до сюда, нажимаешь, он сразу атакует его. Было бы прикольно. А так босс идет, когда этот чувак выбежит со своей пилой, фиг его знает. Ну что, опять это там засверлякал, а, соседушка. Ладно, друзья мои, вызываем... Нет, подожди, ставим мины. Ставим вот это вот. Делаем бафы и босса. Ну что, где этот военный? Вон он. Вон он идет, друзья мои. Шмаляем, шмаляем, шмаляем по нему. Если бы дрон еще бы, конечно, по нему бомбанул бы своей молнией, я думаю, было бы вообще офигенно. Дрон, бомбани, пожалуйста. Е-е-е, ты видал? Ты видел, когда дрон бомб... Вот, Доминик. Он нам помог. Вот сейчас сложилось все как нельзя хорошо, ребята. Согласись. Идеально было пройдено. Фух, босс побежден. И мы с тобой переходим на 118-й день. Не знаю, кто здесь будет боссом, друзья мои. Не знаю, не уверен. Но 100% не вояка. Так, убираем здесь. Гемы пока не заработали. В общем, нам придется с тобой, как всегда, ждать откатика по скиллам, да. И будем сразу же, наверное, переходить на следующий день.
Ну что, друзья, продолжаем с вами играть. У нас боссик готов к выходу. Я, в принципе, тоже готов. Выставляем с тобой мины. Делаем баф. Вызываем босяру. Кто у нас там? Ага, девчуля. Давай ее быстренько бомбить. Так, давай, блин, ну, Доминик, ну... Вот, вот сейчас хорошо было. Так, дрон, ты поможешь мне или нет? Молния в нее. Ну, вообще-то и так было все хорошо, ребята. Ну что, мы с тобой завалили этого босса. Я, знаешь, что подумал? Мы, наверное, так с тобой и будем делать. То есть от босса к боссу. Я не буду снимать весь день вот этот вот, да? Потому что у нас с тобой откаты проходят. Причем я тебе хочу сказать, вот этот вот полторы минуты проходит здесь, да? И он обновляется. Еще почему-то две минуты потом приходится ждать. Я не знаю, с чем это связано. В общем, в любом случае нам нужно сделать откаты. Тут еще, сам видишь, машина у нас будет откатываться. Так что, друзья мои, увидимся уже, когда будем, во-первых, готовы. И будет готов к выходу босс. Ну что же, боссик готов выйти, я тоже готов его встретить, поэтому сейчас будем приступать. Так, для начала, естественно, выставим мины. Баф. Вызываем босса. Толкаем тачку и начинаем расстреливать его. Давай. 120-й день нам нужен с тобой, обязательно нужен. Так, бойцы мои, вы там как? Не уснули? Стреляем по нему, по этому засранцу. Воу. Слушай, давай, Доминик, воу. Слушай, смотри, как он шпарит. Да, этот чувак с бензопилой очень крут. Тут не поспоришь. Ты сам прекрасно видел, когда он в него вошел со своей пилой. Он просто его начал там деребанить. Босс повержен. Так, и мы с тобой переходим на 120-й день. Так, награда, да, у нас? Наверное, за 120-й день, я больше чем уверен. Ну-ка, да, 17 гемов мы с тобой получаем. Ну что, опять же ждем с тобой откаты. Мину сюда поставим на всякий случай. Кстати, у меня 2 триллиарда уже накопилось, пока я тут выжидал это время. Так, давай-ка мы что-нибудь с тобой сделаем. Кого-нибудь прокачаем. Может быть, желательно, наверное, нам вот таких вот ребят, которые там бросают горючку, да? Чтобы от них был урон посущественнее. Так, и еще разок. Ну что, Роберт получил 38 уровень. Уже неплохо. Будет бросать свою канистру. Соответственно, она будет наносить 72 миллиона урона. Шикарно. Вот она горит. Все отлично. Так, ну что, ждем с тобой время моих откатов, да, и ждем, когда будет готов уже выйти босс. Так, друзья мои, будем переходить с вами на 121 день. Я надеюсь на это. Так, сейчас мы тут разберемся с этими зомбарями. Может быть, ракеты их отвлечь. Так, ну что, как всегда, в начале баф, потом вызываем самого босса, мины ставим. Ох ты посмотри! Это кто такой? Это что за красная свинота? Не могу понять, какой-то зомби без кожи, что ли? Весь в волдырях, видимо, какой-то сгоревший чувак. Ну, давай, Доминик, выручай меня. Смотри, как он жарит, друзья мои. Офигеть, ну это чувак новый. Такого раньше не было у нас. Монстра. Шикарно, я люблю, когда у нас новые монстры появляются. В общем, это был какой-то сгоревший, покрасневший зомбарь. И у нас 121 день. Замечательно, я просто очень сильно рад. Ну что, я предлагаю опять же подождать, пока у нас с тобой откаты произойдут. И плюс ко всему, уже будет готов зомбарь к выходу. Так что ждем. Так, откаты у нас с тобой произошли. Выставляем с тобой быстренько две мины. Стоят, родные мои. Также бафаемся. Давай-ка, наверное, светошумовую бомбочку выставим. Ну что, вызываем босса и машину сразу же. Опять вояка. Опять у нас военный, господи. Так, где у меня... Доминик, ты рано выбежал, блин. Слушай, ну... Так, этот промахивается, да? Он бомбит, но промахивается. И Доминик, в принципе, неплохо. Сейчас он ему вжарил. Слушай, наверное, 121 день все-таки мы с тобой пройдем. Вау. Изи. Слушай, прикольный чувак с пилой. Мне он очень нравится. Но опять же нужно, чтобы босяра именно попал под его пилу. Если он будет где-то стоять дальше или наоборот ближе, вот здесь вот, да, он просто его пробежит мимо. Он именно когда вот на этом уровне
Шмаляет, вот это классно. Ну что, ждем откаты и попробуем пройти на 123 день. Вообще в идеале 125 дней сегодня хотелось бы нам выжить. Кстати, у нас почти 1,5 триллиона накопилось. И, кстати, смотри, я пробафал себе, пропал, точнее, ребята, ворота. Теперь у меня они каменные стали, и это классно. И это все произошло у нас на 180 уровне. Так, ремонтик. Давай, наверное, прокачаем маленечко себе ремонт, чтобы быстрее все-таки мы с тобой восстанавливали. Особенно это пригодится, когда босяра подходит и начинает нам ворота ломать. В этот момент подрывается наш Томми, по-моему, да? Томми его звать? Или как? Я уже забыл, давай посмотрим. Джонни, вот. Именно он начинает ремонтировать. Так что это дает нам шанс, ну, немножечко прожить подольше. Ну что, ждем с тобой откаты и попробуем перейти на 123 день. Ну что, в первую очередь бафаемся, вызываем босса. Мины, конечно же, мины. Опять этот дурачок лезет на нас, ты посмотри. Пузыристый красный демон. Так, давай, Доминик. Не достает, да, не достает он до него пилой. Так, этот хорошо бомбит своей мачетой. Теперь Доминик. Ребят, я шпарю, что есть сил. Слушай, мне кажется, мы его победим. Блин, если бы этот дрон попадал бы по боссу, было бы намного быстрее все. Ну, и так неплохо, я тебе скажу. Мы с тобой доходим до 123-го денечка. Неплохой результат, но хотелось бы до 125-го. Я думаю, что мы доживем. Так, ну нам придется немножко с тобой потерпеть, потому что откаты... Слушай, мы можем еще с тобой немножечко прокачаться. Генератор, может быть? Кстати, генератор у нас самый отстающий. 56-й уровень всего лишь. Трындец. 57-й и все, ребята. И деньги закончились на этом. Тогда я буду качать Джонни. Так, 30-й уровень получает у нас Джонни. Роберта я пока не могу качнуть. Слушай, может быть Тодда? Давай Тодда еще маленько прокачаем. Самую малость. Так, 40-й уровень. Кто еще у нас с тобой может нам помочь? Так, секунду. Можно вот здесь попробовать. Ким. Ай, не хватило. Ладно, Чарльза. Все, ребят, забираем свои награды. Испытание Тодда, испытание Джонни. И, по-моему, все, да? Ну что, подождем маленько времени. Тут осталось всего лишь 2 минутки и продолжим бомбить. Так, друзья мои, ну что, готовы перейти на 124-й день? Лично я готов. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой светошумовую бросим. Что тут зомбари копятся, копятся и копятся. Так, бафаемся. Мины. Вызываем босяру, смотрим, кто у нас там будет. Опять вояка. Ну, давай. Я возьму, наверное, разрывные патроны. Эй. Да ну, хорош, завязывай давай. Так, ну вот эти вот. Вот если бы не вот эти двое парней, один с пилой, другой с мачетой, фигушки, что бы у нас получилось, если честно. Ты посмотри. То, что я там стреляю по нему, то, что мои там бомбят, это все, знаешь, Филькина грамота. Только вот эти два чувачка здесь решают. Но, тем не менее, мы с тобой переходим на 124-й день. И нам нужно еще один день прожить, чтобы был 125-й. Это моя цель на сегодняшний видосик. Так что ждем. Ну что, друзья мои, я готов дальше продолжать. Перейти на 125-й день, как я тебе и говорил, моя сегодняшняя цель. Давай-ка, наверное, бросим... Нет, не будем ничего бросать. А лучше сразу пробафаемся. Поставим с тобой две мины. Вызываем босса. Выпускаем машину. Ё-моё, опять этот охламон, а? Он зачастил. Ты заметил? Так, быстро разбираем его. Ну... Так, мину еще одну забыл поставить. Так, этот смочитый уже, ребята, не справляется. Ждем. Ага. Вот сейчас великолепно. И дрон очень хорошо нам помог. Как раз молниями стал в него бомбить. Ну, Доминик, давай. Слушай, ну уже, ребята, уже... Смотри, не хватает силенок. Чуть-чуть осталось. Есть, но это было на пределе, друзья мои. Это было очень-очень напряжно. Я еле справился. Босс побежден. Фух, 125-й день у нас, как говорится, покорен. Ну что же, давай тогда на этом будем закругляться.
Да, в следующей серии мы попробуем с тобой прожить до 130-го денечка. Ну, а я пока буду фармить золотишко для того, чтобы нам прокачать наших персонажей и, соответственно, выдать хороший-хороший результат. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.